Неуплата штрафа в положенный срок расценивается как уклонение от исполнения административного наказания. Водителя по решению суда могут обязать оплатить ранее неоплаченный штраф в двукратном размере, либо поместить под арест сроком на 15 суток, или принять решение о наказании в виде обязательных работ. Всего в ходе рейдов полицейскими было выявлено 27 водителей, имеющих неоплаченные штрафы. 5 из них по решению суда должны будут оплатить штраф в двукратном размере, и еще один был приговорен к обязательным работам. Судебное решение по остальным еще не приняты. К слову, во время рейда полицейские также уделили внимание соблюдению правил дорожного движения. Так, только за один день 5 человек были привлечены к ответственности за непристегнутый ремень безопасности, еще трое за нарушение правил тонировки.